Проведение Дня знаний и предстоящих сентябрьских выборов обсудили на заседании районной антитеррористической комиссии под руководством исполняющего обязанности главы Северского района Дмитрия Малова. В муниципалитете функционирует 59 образовательных учреждений, 29 из них школы, которые 2 сентября, первое выпадает на воскресенье, встретят учеников. Все они готовы к реализации антитеррористических мероприятий и обеспечению безопасности в период учебного года. Обеспечена круглосуточная квалифицированная физическая охрана организации в соответствии с заключенными договорами с частными охранными предприятиями. На постах охраны ведутся журналы посещений, въезда транспорта, проверки кнопки тревожной сигнализации, журналы обхода территорий. В целях антитеррористической безопасности все образовательные организации нашего района оборудованы техническими средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии нашего района. Кроме того, все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения. Обеспечивать безопасность в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, будут сотрудники полиции. До начала линеек в ночь здание обследуют кинологи со служебными собаками. А сотрудники ГИБДД уже провели проверку состояния школьных автобусов и обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Усиленно работать 2 сентября будут не только полицейские. Для совместного несения службы по охране общественного порядка будут привлечены члены добровольно-казачьей дружины, добровольно-народной дружины, представители частных организаций. Такие же меры по обеспечению безопасности и правопорядка будут предприняты во время выборов 7 и 8 сентября. Напомним, что в Северском районе предстоит выбрать глав и депутатов совета в целом ряде поселений. С главами местных администраций Дмитрий Малов обсудил выполнение программы по замене 5% водопроводных сетей. В ряде из них наблюдается отставание от графика. Весь планируемый объем пока выполнили в Азовском, Афипском, практически завершили работы в Смоленском поселении.